Чей сегодня день рождения? Куранга! Так вот, спектакль будет не совсем про Гуурангу, так как мы знаем, что Гууранга это олицетворяет собой и Кришну, и Радху вместе, то одна из специальных уловок Кришны, когда он показал, насколько ему дороги гопи, ну и, соответственно, Радхарани, естественно, мы расскажем про эту историю. Спектакль по мотивам манипурского спектакля «Кришна заболел», «Облако нектара», режиссер Мадури Каде. Это было очень-очень давно, в ту пору, когда небожители и люди жили вместе. Тогда на землю не зашел сам Верховный Господь, чтобы защитить праведников и наказать зло. Став царем Двараки, Кришна явил одну из своих удивительных игр. В один из дней всем показалось, что он болен. Хотя как всемогущий Бог, создающий законы материи, при этом стоящий за пределами их влияния, может болеть? Повелитель миров метался во сне, сгорая от нетерпимого жара. То и дело, он шептал что-то имя, и лишь подойдя очень-очень близко к кровати, можно было разобрать, что сквозь слезы он зовет. Радхе! 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 Утром же, совсем не слышно, на цыпочках, чтобы не спугнуть его сон, в опочивальню Господа вошла его супруга, самая прекрасная из всех цариц мироздания Рукмини. Там она увидела Господа. Что случилось? Кришна заболел! Зачем же так переживать? Кришна заболел! Он же царь нашего государства, он не может болеть, не переживайте, я помогу. Что? Матаджи, о, Мата, не беспокойтесь, я сейчас все выясню. Все будет хорошо. Вы можете пока помолиться своим божествам. Ну правда, Кришна заболел? Кошмар. О, жители королевства! Жители всей Бхараты! Скорее, все лекари, лучшие из докторов! Идите скорее к нам во дворец! Кришну нужно лечить! У него серьезный недуг! У него жар! У него температура! Наверное! Какая-то повышенная! Скорее, позовите кто-нибудь доктора! Нам нужен самый лучший доктор! Доктора скорее, Кришне! Доктора! Доктора! Сейчас, секунду.
дорогой, скажите ваш диагноз сперва. По-моему, извините, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Мне кажется, наш казначей вам выдаст большое пожертвование. Спасибо вам большое. Многие доктора приходили к нам во дворец, но никто не смог понять, в чем же дело, почему Кришна болеет. И тогда мы, посовещавшись с матушкой Рукмини, решили, что Кришна вовсе не болеет. Он просто устал от царских дел, и ему надо просто отдохнуть. Ему надо просто устроить большой фестиваль. Позвать танцовщиц, позвать циркачей, акробатов. Танцовщицы! Где Матушка Рукмини? А вот я знаю, у вас придворные есть гопи, манджари. Ну, в общем, служанки, не важно. Зовите их скорее. Скорее, скорее, надо Кришну спасать. Сюда. Thank you.
От этого прекрасного танца. Наверное, тут мало места. Давайте немножко сделаем побольше в алтарной царя места. Чуть-чуть еще, давайте. О, вот в чем все дело. Я придумал! Нужно позвать циркачей. Да. У меня как раз есть знакомая цирковая труппа. Ты думаешь, Кришна поможет? Мадриджи Рукмини, они прекрасные акробаты. Вот я сейчас вам покажу одну акробатку. Давай. Кришна, посмотри, пожалуйста.
Что же делать? Красиво танцевали. Да, но Кришна это не помогло. У меня есть одно средство. Вдруг шаманские заговоры помогут. Что? Я знаю одну ведунью, которая может вводить гипнотический сон и таким образом избавлять людей от любого недуга или что у них там на подсознании. Может быть, и нашего царя это тоже спасет? Думаете, спасет? Конечно! Она уже многих людей спасла. Надо пробовать. Ну, давайте. Что это? Может быть, убежим, Кришна? Пока не поздно. Thank you.
никто не знает средства, которое могло бы помочь Господу. И когда, как всегда, в нашей жизни бывает, когда надеяться больше не на что в нашей жизни, появляется место для чуда. Вот и в этот раз случилось чудо, потому что во дворец пришел Нараяна, Нараяна, Нараяна. О, Кришна, Верховная Личность Бога, прими, пожалуйста, мои смиренные поклоны. В беседе со мной Кришна рассказал мне свою тайну, что вся его грусть пройдет только тогда, когда его головы и тела коснется пыль с лотосных стоп святой личности. Личности, кто не пожалеет собственного счастья ради счастья самого Бога. Кто готов пожертвовать всей своей жизнью ради Него и готов отправиться в ад, лишь бы облегчить страдания Господа Кришны. Может быть, это вы? Можно вашу пыль с ваших глаз? Вы же преданные Господу. Но где же найти такого человека? Я отправился искать. Сперва я подумал, что найти такого человека, преданного Кришне, проще всего среди браманов, йогов и отшельников. Но потому что кто, как не они, полны отречения и самопожертвования больше всех на этой планете. Сперва я подошел к браману. Попросил его, он проводил пуджу в этот момент. Я дождался. И когда он наконец выйдет из алтаря, принес ему свои поклоны и попросил: «О, браман, вы так много служите божествам, вы преданы Кришне, чище вас нету никого здесь. Пожалуйста, можно я соберу стоп со ваших стоп пыль и отнесу ее Господу Кришне, возложу ему на голову, и тогда он, у него пройдет его болезнь. Разрешите?» Я туда в вас отправлюсь, понимаешь? Браман был в такой ярости. Он так разгневался, потому что он считал, что я над ним издеваюсь, что я шучу над ним и не знаю о том, что в шастрах написано, что коснуться грязью со своих ног головы Господа считается одним из самых высших оскорблений. И такой человек, такая личность непременно отправится в ад. Тогда я пошел в высокие Гималайские горы. Разговаривал там с отшельниками, но и они отказали мне. Я много ходил, видел святых людей. Но никто не смог мне помочь. И только тогда я подумал, может быть, сходить во Вриндаван? Там живут простые люди. Там Кришна провел свое детство. Может быть, они помогут мне? Во Вриндаван, когда я пришел, там сидели гопи. Я увидел их сидящими на поляне. Снедаемые тоской в разлуке с Кришной, они ни о чем другом не могли думать, как о нем. Что бы они ни делали, шили, плели гирлянды или собирали цветы для того, чтобы предложить их на алтаре, они всегда думали только о Кришне. О, Гопи! С Кришной беда!
он тоскует. И только пыль чистых стоп преданных, которую можно возложить ему на голову, может его спасти. Может быть, вы... Отдадите мне пыль с ваших лотосных стоп. Можно ваши украшения или цветы, по которым вы случайно наступили, и вот гирлянды с ваших ног. Мы все готовы отдать. А вы не боитесь отправиться в ад, если пыль с ваших лотосных стоп коснется его головы? Вы не боитесь? Уверены? Что? Нараяна! Нараяна, Нараяна! Представляете, он не будет говорить! Они согласились! И тогда я принес их дань, эту пыль Вриндавана, эти украшения, браслеты, щиколот Гопи, Кришна. Как же он был рад. Как только первые лепестки с пылью Гопи коснулись его головы, ему тут же стало лучше.